Вот это поясняет вот эта вот картиночка. Ее можно будет показать мультфильмом. Здесь надо вспомнить вот эту матрицу возможных состояний. То есть вот смотрите, есть общевселенская матрица, здесь матрица биосферы планеты Земля, это вот матрица развития человечества и каждого человека в нем. Вот это то, что называется Божий промысел, то есть руководство процесса, которые лежат в рамках объемлющей матрицы, они соответствуют Божьему промыслу. На этой картиночке оранжевым цветом изображен вот этот Божий промысел, вот как бы труба. Левый берег, правый, и вот по этой трубе идет, течет Божий промысел. А мы должны действовать в соответствии с этим Божьим промыслом. Поэтому первый срез. Вот здесь действие, вектор целей, он, видите, отклонился от вот этого направления. Значит, ага, здесь ошибка управления какая? Вот он, этот угол ошибки. То есть качество управления не очень хорошее. Теперь смотрим следующий срез. А в рамках вот этого синеньких стрелочек зелененькие. Если мы зелененькие будем соотносить с позицией этой матрицы, то получится что? Зелененькие отклоняются от синеньких стрел. То есть качество плохое вроде бы, да? То есть они же идут не вровень с ними. Но если посмотреть на иерархически наивысшие управления, то зелененькие стрелочки совпадают. То есть получается вот здесь качество действий, качество управления, оно совпадает с иерархически высшим объемлющим управлением. Следующая картиночка. Теперь внутри вот коричневые стрелочки. Они не совпадают вот с этой стрелочкой, не совпадают с этой, не совпадают с этой. Ну и так далее. Вот последняя картиночка, она иллюстрирует, смотрите, какие процессы. Вот внутри уже коричневых стрелочек, вот эта стрелочка черная и красная. И здесь, если судить, соразмеряя свои действия вот с тем, что ты видишь ближайшего, так скажем, начальника, то это не совпадает, это тоже не совпадает, это идет против. С зелененькой совпадает, с синенькой не совпадает, но совпадает с иерархически наивысшим объемлющим управлением.